Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Свиндейл. Вот, и мы остановились на том месте, где у нас тут сейчас будет жесточайшая битва. Ну, на данный момент сейчас, конечно, будет не особо тут жесточайшая битва, но тем не менее. Так, надо сразу правильно выставиться. Я сделал немножко потише звуки, потому что на записи я посмотрел, там прям... все вот эти вот эффекты, они прям перебиваются, прям жутко, меня даже не слышно. Только, наверное, вот так вот сделаем, только немножко. Вот так. Вот. Думаю, что вполне пойдет. Так, ну что, погнали тогда агрить этих мерзавцев. Тут сейчас сразу они будут, да, вот они. Закряхтели там, закряхтели. Так, давай. Ты у нас сразу... Кстати, он темпус ведь у нас. Давай сразу так кастуем вот эту фигню. Поньк. Сюда. Так, теперь проклятие. Ну и остальные, наверное, пока... А, ну вот, кстати. Так, давай сюда. Ты сразу сюда. Все, деремся. Так, тут пока норм. Блин, это касание, конечно, плохо. Ну ладно. Так, ну пол... Блин. Паладин уже есть, поэтому смысла нет. Давай тогда просто стреляем. Нормально, пока вроде идет. Пока вроде норм идет. Пока по нам не попадают. Но в любом случае лучше... Стан так остановить. О, вот так. Поэтому надо сразу их убивать тогда. Тех, кто застанен. Куда пошла? А, типа близко подошел, да? Давайте, давайте. Ну, этого, я думаю, и так забьем. Да, хорошо идет. Хорош. Так, давай тогда так. Там еще будет парочка орков. Вот. И попробуем сейчас так их завалить. Я думаю, что нормально будет. Блин, у нас, кстати, повышение уровня. Давай-ка пройдемся. Так. Спас броски. Блин, опять не показало, да? Как-то странно, не показало, что добавило, блин. Мультикласс, ну ладно. Так, карманы кражи, взлом замков. Наверное, поиск ловушек надо уже потихонечку вкладываться, давай. Вот, в любом случае нужны будут. Так, сейчас самое главное посмотреть. Блин. А, я понял, о. У меня информация была включена, ёкарный бабай. Так, маг опять у нас не то что прям бесполезен, но в любом случае он пока не может заклинание. У нас свитков нет, вот это проблема. Нам до Кулдахара свитки вообще не светят. То есть всех вот этих орков нам надо будет с помощью только жреческих заклинаний валить. Вот, что есть не очень хорошо, конечно, но тем не менее. Плохо только то, что орки, они агрятся сразу все. Вот это печаль, беда. Вот, ну что поделать. Так, давай сюда. Куда пошла-то, блин? О, нет. Блин. Ну, давай на себя тогда бери удар. Потому что это сдохнет сейчас за секунду.
Все, давай так. Так, тут у нас уже нет. У нас сила и так 19, поэтому смысла нет какого-то особого кастования. Давай-ка, наверное, вот так на тебя попробуем. О, замечательно. Эти главное, чтобы держались сейчас этого быстренько. Так, ладно, он довольно долго еще будет стоять, поэтому давай вот так. И вот так. Это вот сейчас быстренько убьем. Ух, как прилетело. Хорош. Всех троих, офигеть. И этого еще даже. Вот это, я понимаю, прошло, блин. Вот это, понимаю, неплохо залетело. Блин, как круто, а. Все, весь урон проходит, смотрите, как круто. Офигенно. Наверное, может так просто. Сейчас пасбаски у них не работают, ничего. Это 100% попадание, поэтому... Пойдет. Так, по-моему, как-то можно было посмотреть, сколько у нас противников ХП. Так, это как-то вот здесь вот вроде. Ну, в смысле, не здесь. Так, 6. Полученное здоровье от этого, от жреца. Так, информация, по-моему, что-то типа такого, где-то здесь вот. Так, сильнейший, нет, биография. Число убийц 3. Так, змеигур на 40 персонажа. Блин, или где-то здесь. Блин, короче, не помню где. Может, это вообще в другой игре. Так, ну что, давайте попробуем. Может, орки нам попадутся. Не попались. Окей, сейчас будет очень трудный бой. Прям вообще жесть. Ну, один из самых трудных. Вот, наверное, его там мы еще вытащим. Но потом уже надо будет прокачивать жреца именно до пятого. До... Блин, я не помню, до какого. До... пятого, по-моему, то есть получается у нас на первом, на третьем, на пятом. На пятом у него получается... А, ну вот сейчас он и возьмет. Будет призыв нежити вроде как. Вот, и он нам очень подсобит, ёкарный бабай. Так, ладно, давай сразу туда выставимся. Пой песню. Вот, и погнали. Так, что-то мне все равно кажется как-то немножко тиховато стало. А я не применил, наверное, да? Посмотри, не применяются, лол. Что за фигня? А, во, вот сейчас нормально, вот сейчас применилось. Там уж совсем что-то тихо было. Так, ну что, погнали. Ой, тихо, ты чё заорал-то, дурак? Голос, на, потише. Вот так пойдет. Так, ну давай. Сейчас будет такая шобла там навылезает, пипец. Что, только двоих, что ли, да? Где должны все прийти? Мы только одного? Вот это новость. Ну там стоит маг, конечно. Так, ну сейчас тогда быстренько вдвоем. Там, конечно, стоял маг, наверное, он всех агрит. А так по одному, видимо, можно вытащить. Пойдет. Промахи, конечно, от ас. Блин, так неохота. Подожди, у нас бар-то поет, поет. Так, сейчас нам будет пролетать вообще, мама, не горюй. Туда. Так, ну в теории тогда получается можно еще и повыманивать по одному их. Я думал, они просто все загрятся. Ну там, наверное, загрелись все, когда мага мы закастуем, наверное, вот это вот. Ну, Калиол, давай, брат. Также получилось бы сейчас одного загреть. Вот так вот.
Орка так вот один, отлично. Усадим-то, я думаю, нормально. Справимся. Но в любом случае надо сдерживание покастовать, чтобы вот такой вот фигни не было. А то это намного лучше, чем загружаться. Давай. Давай так попробуем без этого. О, отлично. Так, намного быстрее. Сюда. Так, вот сейчас, наверное, будет уже... Блин, давайте-ка подождем, что-то у нас хилов мало. Да, не повезло, орков нету. Но в любом случае на парочку нам придется. Кстати. А какого лешего? А, нам прилетает ведь, да, у нас 13. Блин, нам не хватает 50 опыта. Вот еще одного орка надо бы, блин. Пипец. Еще одного орка надо. Ну давай. Тут сейчас будет маг, вот когда мы его загрим, скорее всего, тогда и произойдет. Тут, наверное, уже и баночки можно выпить. Хотя, может быть, еще кого-нибудь выманим. Вот, все, теперь всех загрели, 100%. Элитный орк, 3 штуки атакуют. Но мне кажется, там все пойдут сейчас. Вот сейчас будет заруба, мама, не горюй. Фу. Охренеть. Жесть. Вор побежал, блин, отсюда. Пипец. Ух, пипец. Так, у нас один застанен есть, давай в него тогда стрелять. Так, и продолжаем. Так, а ты у нас давай тогда еще тоже одно заклятие на всякий случай. Так, хорошо тут задело, давай молитву. А ты продолжай. Давай еще и кастанем. Так тогда. Так, хорошо. Продолжай проклинать. Так, эти у нас все стреляют, пускай тут по кому-нибудь одному. Убейте его уже. Блин, попасть не может, не могут, пипец. Да в смысле попасть не могут по застывшему? Что за бред? Так. Заклинание он уже не может кастовать, да? Давай тогда так еще.
баночку нам уже отдавать. Значит, сожрут его тут сейчас. Так. Давай докастовывай тогда. Главное направлять, кого бить, блин. Это очень хреново. Никого не за... вот застанило кого-то. Ну и все, собственно говоря, у нас все закончилось. Только благословение осталось еще одно. Но у нас пока... А, не, не действует. Все, друзья. Блин, нам просто-напросто не хватает этих хелов, да, выжить все вот это дерьмо. Очень плохо проходит. Нам надо было, наверное, вот эти... Подожди, не у тебя. У тебя вот ХП. А, подожди, это проклятие, да? Блин, давай еще разочек попробуем. Блин, не хватает, конечно, не хватает ХП пула. Прям пробивает вообще по-страшному. Видите, не очень хорошо проходит именно вот это вот удержание, да? И получается, что... орки там, я не знаю, это, столько должно быть попыток, чтобы все удачно там вот так сложилось, это просто нереально. Это просто нереально. Так, Барт у нас какого левела? 5-го. То есть у него получается появилось заклинание 5-й стан, да? Оглушает цель на 3 раунда. Вот еще надо что юзать. Так, давай сразу кастуй. Получается, нам бы надо менять тоже бы защиту. Ладно. Блин, успела прилететь. Ты посмотри на паладина, просто посмотрите. Когда не успеваешь кастануть, они успевают по нему так просадить, просто нереально. Вообще жесть. Вообще жесть. Давай хотя бы одного бейте все. Вот его и бейте. Блин, милишки все равно не хотят бить вот его, посмотрите. Они сразу потом переключаются на тех, кто их атакует. Блин, я опять броню забыл снять. Да что за болван, а? Я опять забыл снять броню, из-за этого она не колдует. Так, есть. Давай благословение тогда. Ты что застанем есть? Давай в него. Просто уничтожили бедолагу. Беднягу просто уничтожили, офигеть. А вообще не проходит. Вот вообще. Они все под проклятием. Смотрите, вообще ноль. Вот один сработал, но паладину сейчас хана. Вот об этом я и говорил. Тут такое себе должно быть. Просто, я не знаю, звезды сойтись, чтобы... чтобы вот это все произошло, блин. Это просто дичь. Так, нам надо заменить, получается, заклинание. Давай тогда попробуем еще разочек заменить. Одну оставим и два вот этих возьмем. Остальные пока у нас недоступны, поэтому колдун на данный момент был бы уже намного лучше. Броню надо снять еще. Броню надо снять. Так, 2-3 проклятия. Тут больше ничего не сделать. Ну и удерживание, да, вовсю. Так, тут у нас получается, давай тоже, наверное, еще одно удерживание.
Закастуем и... Вот так, наверное, возьмем. Окей, давай попробуем. Так, хорошо, 8 часов. Вроде как все должно быть более-менее. Блин, давай утра подождем. Ночью-то как. О. Так, ХП вроде есть. Давай еще раз тогда попробуем. Думаю, что должно получиться. Так, сразу выставим. Сейчас нам магу еще снять обязательно броню. Вот он, ой, эту барду, вот он колдовать не может за серия. Все, три пула есть. Так, тут есть. А, тут все стреляет. Можно, кстати, ловушку еще сразу поставить. Она не особо зарешает, но тем не менее. Хоть немножко. Нельзя установить ловушки поблизости враги. Какие враги-то? Идиот. Какие враги-то? Блин, ловушку запорнул. Ладно, хрен с ним. Какие-то враги, короче, рядом. Пес с ними. Блин, солнце, иди нахрен. У меня прям вообще в глаза светит солнце. Вообще отвратительно. Ничего не вижу, что тут происходит. Просто жесть. Зима уже началась. Иди отсюда, солнце, блин. Ой, пипец. Вообще ничего не вижу. А, вы уйдите. Уйдите. Вроде кто-то идет. Да, вот, все, вышел. Так, ну что, ждем. Ждем, ждем, ждем. Это пускай тренькает. Эти ждут тогда, получается. Так, нам надо сразу одно заклинание на сюда шибануть. Пока иди. Жесть, конечно, жесть. Так, уже прилетело. Уже прилетело. Так. Блин, не сработало. Вот это прикол. Опять не сработало. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Тут, я не знаю, должны небеса так сложиться, чтобы все тут сработало. Это просто дичь. Вот, хорошо сработало. Так, наверное, давай иди им воюй пока. Нужно его завалить. Так. Юзай ХП. Юзай. Вот так вот. Че, сбили, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Да вот не прет. Ну куда ты пошел? Сейчас вроде за стопа делать неплохо, поэтому нам надо как-то их. Во, наконец-то, хорош. Давай добиваем туда так, чтобы те пока стояли. Так,
Так, вроде как неплохо сейчас пошло пока. Так. Блин, мы сейчас не можем, ну давай. Да блин, вот говно. Так, этот дерется, что у нас еще осталось? Благословение, но оно пока действует. Пока действует. Да, жесть, конечно, жесть. Блин, вообще не проходит. О, прошел. Этот не может пока колдовать. Убейте его уже! Так. О, хорош. Так, ну вроде как справляемся потихонечку. Хрен его знает. У нас и так 19 сил, наверное, не будем юзать. Так. О, этот отмер. Отлично, давай. Блин, прилетает, конечно. Хоть одного бейте, я слышу. Хорош. Фига. Всем одного надо бить. Главное, что паладина сейчас не убили, блин. Чувствую, от паладина скоро ничего не останется, блин. Ну давайте, бро. Так, паладина надо уводить нахрен. Это печаль, беда. О, пойдет. Так, давай-ка вот так вот сделаем.
Первым делом его завалим. Блин, неужели у нас паладин убьет? Ся. Как-нибудь быть. Так, один есть. О, все, норм. Фу, пипец. Так, давай сюда. Блин, конечно, прилетает тоже не слабо. Блин, что закончилось? Так, я про барда что-то забыл. Хорош. Так. Фу! Вроде как справляемся. Тут фу. Главное, чтобы он переагрился на нормального. Что за фигня? Всё, блин, офигеть. Это была проблематичная битва, конечно. Но одержали победу, ёкарный бабай. Так. Давай сейчас сразу все продадимся тогда. Возим здоровье. Так, тут 10 заклинаний. Блин, у нас свитков нет. Маг вообще пока нет самое. Маг пока у нас не этот самое. Окей. Так. Новое заклинание. У нас теперь призыв нежити. Без призыва нежити нам тут вообще хана. Поэтому сразу берем. Так, на орках берем. И проклятие, да, то есть также оставляем. Здесь ничего нового не появилось пока, да? Хреново. Так, ладно, пойдем продадим сейчас. Ну, началось, господи боже ты мой. Каким-то чудом выиграли там, мансили, да мансили, нормально. Вот я про это и говорил, что должно так все сложиться прям удачно. А огров, если мы их просто-напросто не убьем, попадать не будем. То есть это надо прям, я не знаю, чтобы как-то все сложилось. Это вообще жесть. Так что, наверное, без нежити там пока там делать нечего. Так, сколько стоит крестьянское снять? Окей. Все замечательно. Погнали к этому, к помабу. Сейчас все продадим тогда. 50-50, ну, более-менее нормально. Главное, что нежить сейчас есть, и это хорошо. Так, здорово, бивень. Хочу кое-что... Хочу кое-что купить, ага. Продать вообще-то, не купить. Так, боевой топ... Длинный меч, это все фигня. Короткий лук продать. Наверное, продадим сразу, все равно одевать не будем. Так, у нас закончились снаряды у кого-то там. Давай-ка позырим у кого. Не, у всех нормально, окей. Так, сейчас надо закупиться баночками, я думаю, хп. Все деньги на это слить. Все денежки на это слить, лишним не будет. Вот эти три банки, они нам вот сейчас, можно сказать, битву-то и выиграли. Без них мы вообще там просто пипец был бы. Так, здорово. Мне так, дань храму. Окей, 63.
О! Ядрём батон. Хорошо. Так, все, мы готовы, получается, к дальнейшим, да? У нас что там? Мы что, одного не выбрали? Подожди, а что тут? А, это паладин. Так, три, все поспалось, да, все нежить есть. Все, тогда погнали. Все, тогда погнали. Сейчас будет, наверное, самый сложный... Самый сложный вообще битва именно в первой части, да? Не в первой главе, а именно вот в этот, в Восточной Гавани. Это просто жесть там, блин. Там с ограми это просто атас. Сейчас будет много мелких, конечно, но до этих-то, я думаю, дойдем. До самых проблематичных, так скажем. Там без нежити уже ГГ. Ну, сейчас мы немножко подкачались, поэтому там попадется пара орков, которые... не с ограми, которые, да, не самое главное. Поэтому я думаю, что без нежити с ними разберемся, как с этими. Они, думаю, не особо представляют опасности. Но именно вот с ограми надо будет там уже возиться. Черт бы их побрал. Так, сейчас тут ловушки тоже не будет. Но вот здесь будет сундучок, и в нем что-то попадаться. Вот здесь надо будет паролить с верхнего сундука как его? Кольцо защиты, ну прям вообще-то обалденное. Здесь всегда одно и то же падает. Так, сейчас тут будет драка. Давай, наверное, наверх сначала. Блин, ты чё вперед вылез, болван? Ух! Давай. Ну вот уже нормально пошло. Хо-хо-хо! Блин, вот это дичь. У нас хп-то и нет, да? В любом случае придется проклинать их. Ну попадите. А, перегреть обязательно. О, с проклятием-то более-менее уже. Ну давайте, нехуда заклинание будет. Хорош. Так, погнали дальше. Тут сейчас будет еще... И этот. Сейчас, кстати, как раз. Блин, вы что, за серьезно застряли? Кстати, наверное, можно вот на него удержание кидануть, да и все. Блин, я не докастовал. Вот ведь говно. Бырик, убьем его. Мачо! Мачо перде! Так, вот здесь вот у нас этот колечко. О, этот. Сундучок будет, да, с колечком. Поэтому нам надо сейчас будет как-то его. Так, здесь три воина, отлично. Почему?
Почему у меня жрец опять вперед идет? Какого хрена? За серия-то какая? Ой, хорошо, всех трех, офигеть. Просто тупо всех трех. Видите, когда работает хорошо, так и вообще без проблем. Ну как только, блин, промахнется кто-нибудь, все начинается, блин. Так. Окей, давайте посмотрим, что там у нас есть. Хоть бы колечко. Блин, сапоги. Сапоги. Интересно, они как формируются? Рандомно или вот уже просто с формированием? Паролить можно? Нет, видимо, они все-таки рандомно уже с этим, с непосредственно с формированием карты, да? Ну, сапоги они пока не опознаны, опознания у нас нету, к сожалению. Можно попробовать передать магичке, может она опознает. Не опознала. Так, бард, барда легенд тоже дофига. О, опознал. Бесшумное движение плюс 7, то есть, ну, такое, да, себе. Можно ворову отдать, пускай носит. Что еще не поменялось. Так, это у нас защита от окаменения. Эй. Магу отдать, он пускай запих. А можем записать магию? Подожди, можем. А, наверное, магический, да? Но окаменение такое, конечно, себе. Ну, давай попробуем, чего. Хотя нет, наверное, мы его просто продадим, да и все. Толку от этого защиты окаменения. Нам до этого окаменения еще угу. Так, давайте, наверное, всех сначала тут перебьем тогда, а потом уже пойдем к главным, так сказать, звездам этого уровня. Так, так, снижен на 1, 14 хп. Во, 67, вот это уже дело. Это уже дело. Так, сейчас надо по-быстрому как-нибудь сбить бы. Сразить ур-шаман, попадание, блин. Сейчас кастанет за серия. Ну ладно. Сюда. Мага так, наверное, одолеем. Блин. Ну давайте, ну, неохота кастовать-то. Блин, придется все-таки, видимо. Ну, 3 недели тут бомбить уже сейчас. Во. Как только попадаться, да, вот эту сразу все проходит по нему, офигеть. Так, левелы никто не взял. Окей. В принципе, остались. Вот тут, по-моему, еще кто-то есть.
Так-так, никого нет. Тут вроде еще кто-то остался. Блин, так долго кастует. Ух, как прилетело. Пошло дело. Жалко, удержание на огров не работает. Это бы неплохо так поры бы дало, конечно. Так, орков я не знаю, огров вернее. Наверное, либо надо держать здесь, либо держать здесь, либо вот в узком проходе, либо на улицу выходить. Здесь вот еще одна есть эта толпа. Ну ладно. Так, это у нас бард, да? Знание легенд. Да, кстати, знание легенд увеличивается каждый раз. Поэтому нам на опознание это нужна штука. Так, 25. Поиск ловушек. Давай тогда все скинем. Вор, кстати, не так уже сильно апается, но тем не менее. Маг пока абсолютно бесполезен, потому что у нас нет свитков. То есть все, что вот у нее есть, эти сферы, вот они, он ими и стреляет, пипец. Отлично. Вот как хреново, видели, проходит. Вообще отразительно. Вообще ужас. Все, одного убейте. Станы чертовы. Так, ну и, собственно говоря, по сути, остался у нас там сама задница вот здесь вот. Наверное, попробуем это уже в следующей серии, потому что бой тут завяжется прям, мама не горюй, вот. И, соответственно, нам надо будет что-то придумывать. Давай, наверное, сейчас подождем. Может, нападет кто-то. Никто. Ладно, ребятушки, давайте тогда закончим на этом. Вот, чтобы не начинать битву. И в следующей серии самое интересное начнется у нас вот с движухой с этой. Вот. Там посмотрим. Спасибо большое за лайк, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем хорошего и всем пока.